Дело уже идет к вечеру. Мы заселяемся в отель в H10. Заселились в отель. Показываю наш номер. Нам бесплатно апгрейдили номер самого дешманского из-за того, что я зарегистрировался в их программе лояльности. У нас есть ванны и разные местные фирменные. До ремой, до дыра. Выходим на балкончик. Там вдалеке должен быть виден океан. Завтра посмотрим. У нас здесь включен ужин. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Даже смотрите, все в открытом доступе. Что взяла? Я? О, что-то у тебя-то совсем не густо. Набрал мясо. Я думаю, рисот вообще беспроигрышный варик, да?